Герой этого обзора вначале появился на яблочных устройствах, и только весной разработчики решили перенести игрушку в Google Play. Итак, встречайте, игра про маленький кусочек тофу. Тофу 2. По сюжету вам предстоит помочь маленькому кусочку соевого творога пройти через весь уровень и добраться до розового печенья с предсказанием. Правда, на пути тофу встретит огромное количество смертоносных ловушек, движущихся панелей, шипов и других острых предметов, соприкосновение с которыми отправит героя в начало уровня. Разработчики Tofu 2 придумали очень необычный способ доставки героя из одного конца уровня в другой. Для перемещения кусочка тофу вам нужно просто взять его за верхнюю часть и потянуть в нужном направлении. Как только вы уберете палец от экрана, он устремится в заданном направлении и будет лететь до тех пор, пока не прилипнет к другой твердой ровной поверхности. Tofu 2 может похвастаться внушительным количеством уровней. Разработчики придумали целых 115 уровней, которые смогут увлечь вас не на один час. Также игрушка обладает приятной графикой и неплохим звуковым сопровождением. К тому же она доступна в Google Play совершенно бесплатно. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.